Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. И сегодня мы поиграем в Search. Немножечко я тут подраскачался, поразбирался. В общем, все пучком. В данный момент я бегу на босса, первого босса на заброшенном цеху. Так, здесь мы все это оббегаем. Для меня они никакой ценности не представляют. Так, он, в принципе, здесь недалеко. Главное опять чуть не закосячить. Выпрыгнул он там, а? Все время хочет меня подловить, гад. Сейчас еще один будет. Мы его оббежим. Иди отсюда. Нечего тебе делать здесь. Так. Сейчас, ребята, добегаем до двери. Я забегаю, и там уже будет босс. Вот здесь. Он меня уже, честно говоря, достал. Это уже моя не первая попытка его убить. Надеюсь, сейчас все будет хорошо. Так, получай. Тихо, тихо, тихо. Главное не подставиться, ребята. Не подставиться под его вот эти вот пинки и прыжки. Ладно, будем обходить его. Сзади его надо обходить. Для пущей вероятности. Так, и не давать ему далеко от нас отпрыгивать. Иначе он нас забомбит ракетами. На, получи ты. Черт подери, а. Надо подпитаться срочно, отлично. Все, пока у нас на мази, ребята. Он сипится помаленьку. Выполняется обезвреживание. Перегрузка, охлаждение систем. Я тебе сейчас покажу охлаждение систем, блин, а. Ай, ребята, надо ему в пачу бить. Именно в пачу. А я немножко не туда, ладно. Так, тихо, куда-то прыгнул. Нормально все пока идет. Все, он меня хочет пнуть, а. Так. Блокировочка немножко помогла мне. Черт, промазал, блин. Так, 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 тихо, тихо, тихо. Надо как можно ближе к нему подбегать, ребята. Ну что ты опять чудишь тут? Когда восполняется вот эта желтая полоска сверху, он ломается, как вы видите. И в этот момент надо его бомбить. Ну что ж так долго ты машешь? Ё-моё, энергия кончилась, ребята. У меня кончилась энергия. Какой же я все-таки вялый, а? Так, что, надо стоять сзади него, чтобы он своими ручищами меня не достал. Так, еще одна деталь от него отлетела. Обнаружена серьезная угроза. Применить максимально суровые меры. Я тебя сейчас приму. Получено разрешение нейтрализовать цель, блин, да? Точнее, меня. Вот, вот о чем я вам, ребята, и говорил. Ай-яй-яй-яй. Все, он меня, гад, забомбил. Ух, ребятушки. Какая попытка-то у меня уже по счету. Наверное, шестая или седьмая. Ладно, не будем расстраиваться. Бежим. Я его все равно добью. Чего бы мне этого не стоило. Ух ты, одиночное крепление, уровень 10. Не знаю, о чем ты говоришь. Главная сборочная линия. Нет, ну сейчас-то я его должен забомбить. Ну елки-палки, я уже практически приноровился к нему. Сейчас, ребятушки. А где же наш паралитик, который выпрыгивает? А, вон он. Вылез, очухался. Да поздно. Да иди ты отсюда, не хочу с тобой связываться. Вы мне уже и так поперек горла стоите. Так, этих дроидов тоже оббегаем. Иначе сейчас запуляют. Ну и вот он, босс, опять. Так, ребятушки, полная концентрация. Может быть, даже я буду мало здесь говорить, потому что отвлекаюсь. Так, давай, 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 по ногам. Бьем, бьем. Ах ты, черт подери. Побегаем, срочно, срочно. Хотел пнуть меня, а? Ты посмотри на него. Вот так вот, вот стой здесь, а я буду тебя бомбить. Ошибка, системный сбой. Давай, давай, вылази, да что такое, зажал меня, гад. Я не могу вылезти. Черт, минимальный урон наношу, а. Когда сзади бьешь, это очень хреново, ребят. Так, давай-давай сюда. Отлично, с перекатиком, как полагается все. Тихо-тихо, не буянь. Куда-куда полетел? Горит у него рожа, уже все нормально. Ну-ну, черт подери, нет-нет-нет-нет. Хорошо.
главное вовремя отхилиться, ребята. У меня всего две аптечки осталось. Ё-моё, да что такое? Все, он подбил. Опять что ли зажал? Опять он меня зажал, ребята. Не могу вылезти. А, нет, все нормально. Ну что, пол хп я ему снес. Это уже нормально. Так, давайте бьем по ногам, чтобы он опять упал у нас. Великолепно сейчас получилось. Ах ты, черт подери. Так, давай, 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 давай. Да что-то застрял об эту руку, блин. Ну, да куда ж ты бьешь? Ну, ё-моё, ну. Ай, вот из-за этого можно, ребята, проиграть. По глупости просто-напросто. Да падай ты уже. Все, а нет, одна аптечка у меня осталась еще, ребята. Это мой последний шанс. Давай, давай, еще удар, падай, падай. Ну, да куда ты, да отхил. Все, упал. Блин, ребята, если сейчас не добью, мне крышка. Ну, есть. Имплантатор Ракс. Оздоровитель. Новый имплантант, короче, ё-моё. Наконец-то я забомбил. Почему это Ракс недоступно? Ой, запчасти 2000 с этого робота я поимел. Ух, теперь, в принципе, ребята, можно... Тихо, тихо, тут еще у нас ребятушки стоят. Блин, у меня аптечек нету. Интересно, завалю, нет? Мало хп, рискованно, конечно, это все. Блин, мне бы, по идее, добежать бы до... Тихо! Так. Ну, ой-ой-ой, там еще один стоит. Давай, ешку. Готов. Только не надо бить. Так, промазал-то хорошо, ребята. Он промазал, добыча. На, получи. Ух, напряженно все здесь, ребята. У меня же в горле пересохло. Так, наверное, я все-таки побегу на эту, на базенку. Надо и все-таки взять эти, как их звать-то. Так, имплантант я могу поставить новый? Нет, не могу. Ничего я не могу поставить. Все это надо делать на базе. И у меня материалов 2000 с лишним. Так, это, ну давайте эту поставим сюда. А, нет, это у меня и так стояло. Блин. Мне, по идее, нужно еще на... О, ну-ка. Давайте... Опа-на. Урон 55, нехило. Это что такое у нас? Рысь. Ну, у меня стоит, по-моему, рысь. Ладно, надо как-то эту... Ух ты. Но уж больно медленная она какая-то, ребята. Довольно сильная, наверное, но медленная. Что тут опять? Куда я попал? Ё-моё, этот робот тут дроид. Совсем про них забыл. Черт подери. Станция сборки ракет. О, ребята, у меня мало хп. У меня нету подчинки. Вот это я попал, кажись. Сейчас от любого дуновения ветерка я просто слягу. И потеряю, соответственно, все свои запчасти. Как бы мне до базы-то так добежать, а? Надо тем же самым... Тупик! А, вот он, вот он, вот она лестница. Так, сверху здесь будет чувачок стоять, которого мы оббегали в прошлый раз. Вот он. Так, не трогай меня. И здесь еще один, но он стоит, мы его видим. Должны тоже его оббежать, в принципе. Тихо, тихо, не трогай меня. О-о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 -
Силабон, блин. Ну, в принципе, этого и стоило ожидать, ребята. Блин, запчасти потерял. Ай-яй-яй, 2000 с лишним. Черт бы тебя побрал. Так, что мы здесь можем делать-то? Да мы ничего не сможем делать, знаете почему? Потому что у нас, ребята, элементарно нет запчастей. Да, это только один вариант — бежать за ними. Кстати, у меня еще здесь одна идея, ребята, есть. Тут стоит какой-то мусорный робот, ну я его так назвал, типа экскаватора или что-то типа того. Я его тоже пытался убить, но как-то безрезультатно, скажем так.
Вот сейчас возьмем свои детали, вернем, и я попробую сходить на него. Ну что, идите сюда, блин. Ё-моё, куда ты упал, споткнулся? Давай, бомбим этих чудиков. Что такое? Что он там творит? Ребята, игра довольно жесткая, погибаешь практически от всего здесь. И к тому же я очень-очень слабенький. О, хорошо. Пушечка орудует. Ну, давайте тогда, наверное, вернули мы свои запчасти. Вот этого вот сосунка завалим. Ха-ха. Довольно неплохо. Ну что же, я думаю, с этой пушкой, точнее оружием, можно сходить и на мусорщика. По крайней мере, попробовать. Тем оружием я его почему-то завалить не смог. Не получалось у меня, не хватало дамага. Так, иди сюда. На-ка, выкуси. Отлично, е. О, шикарно, добили. Итого 2734 у нас. Ой, куда ты, братишка? Распрыгался-то. Давай-ка е. Вот так вот. Ух ты. Нормально. Ребята, у меня практически полный сет этих роботов. Точнее, экзосет. Оба-на, еще этот тут прибежал. Да на-ка ты. Что там сразу загорлокотал-то? Да, беспощадно я буду их валить. Как говорится, расчищу. Фу ты, я уже подумал, что это робот. Нет, это параша еще меня пока не пугает. Да на. И добиваем. Так, отобрали у него запчасть какую-то. Давай-ка и этого бомбанем заодно. Да, дамаг, кстати, неплохой у этой пушки. Мне очень нравится. Но минус очень большой, что слишком медленный я стал. Так, давай, вставай там. Ладно. Добьем, так уж и быть. Хе-хе. Так, ну что, я практически сделал круговую. Запчасти свои вернул. Давайте, ребята, наверное, немножко усилимся. Капельку буквально. Если... О, можно? А нужно ли? Так, что у меня вообще есть, что у меня нету, а? Давайте-ка пробуем. Снаряжение для тела рысь. Это получается, что я его просто апгрейдю. А сюда уже не хватает. М-да. Что же тогда? Ну все, в принципе... А, ребята, какой я апгрейдил? Я просто-напросто сделал еще один костюм. Зазря просто-напросто. Потратил, так сказать, на него материалы. Да, абсолютно одинаковые. Никакой в них разницы нету. Ну что же, ладно. Черт с ним. Так, здесь имплантанты. Так, там компоненты. Ну, компоненты нам не нужны. Это мы разбираем. Мне, по идее, что нужно-то еще? Мне нужен имплантант. Но я не могу его сделать, поставить. Так, будем ходить вот с этой пушкой. Ну что же, наверное, теперь... Так, верстак. Что у нас по верстаку? Улучшение. Блин, ничего не могу улучшить, а? Ага, медицинская станция. Надо сохранить. Вот так вот. Нормуль. Еще, как говорится, лишний раз мы с вами апнулись. Хорошего дня, Уоррен. Ну, а теперь уже я точно пойду на этого, как его, мусорщика. Ать, промазал, ё-моё, прыгнул тоже мне. Да на ты, выкуси. Замолчи. Чтоб духу не было твоего. И ты тоже, блин. Тихо, там уже хотел, а, атаковать. Ну, не тут-то было, ребята. А он находится у нас вот здесь вот. Токсической, так сказать, свалке. Там еще будет, правда, один дроид. Вот он. Ё-моё, как всегда он в меня попадает. А ну-ка. Ведь промазал. Тихо, тихо, не буянь. Вот так вот, добили. Ну что ж, я даже не знаю, ребята. Он очень здоровый, очень... Блин, дамаг у него мощный, конечно. Если он по мне попадет. Блин, а... Ладно, подкрепыш. Пробуем. На.
Так, подбил ему ногу. Это только одна нога. Черт подери, нельзя попадаться ему под этот ковш. Иначе будет плохо. Сейчас будет крутиться, наверное, да? Готовится, по-моему. Готовится. Оу, елки-палки. Что он там выпустил? Какой-то дым. Давайте-ка я здесь постою нафиг. Ай-тя-тя-тя, хромоногий. Идет, идет. Тихо-тихо, вот, вот это вот, ребята. Надо отбегать от этого кругового удара. Ну и как видите, у него тоже там ковш такой с жалами, с огнем. Он просто будет жестко сейчас печь. Так, но он все равно, по-моему, подкрадывается, да? По ходу дела, да. Черт подери. Ладно, в атаку пойду, блин. Он не отстанет от меня. Сдаваться я тоже не собираюсь. Так, крутится. Прокрутился. Отдыхает. Попробуем давайте, наверное, сейчас. Черт, да он успокоится или нет, а? Поехали. Ой, ё-моё, блин, ребята. Все-таки он меня протаранил. Блин, надо ему ноги подбивать, чтобы он перестал двигаться. Ё-моё, подкреп. Очередной. Давайте, вот так, отлично. Ну, да будешь ты падать или нет? Что он там за заморозку какую-то выпускает, а? На, еще разок. Так, давайте еще. Главное, чтобы он меня не пригвоздил своим ковшом. Ну-ка, здоровые ноги. Ух ты. Так, он упал, покосился. Ну, я не успокоюсь. Погодите, ребят, по-моему, все, да? Блестящая монета. Да, ребята, я его победил. Слушайте, на самом деле он не такой уж и страшный был, в принципе-то. Больше выделывался. Что это мне монета даст, я ума не приложу. Так, у меня один подкреп, жизни мало. Что-нибудь тут еще есть? По-моему, ничего здесь нету более. Ладно, пойдемте пробежимся, посмотрим. Так, все здесь чисто. Значит, идем отсюда. На этих. Ой-ой-ой, в туман забежал. Зачем мне в ядовитый туман бежать? Черт, я уже заблудился, куда идти-то надо? Куда? Где выход-то? А, вот, вот, вот. Да, конечно же здесь, по тропиночке. Ладно. Ну что, теперь давайте сбегаем, наверное, на базенку. И заодно посмотрим, что мне даст эта монета. Хотя я больше уверен, ровным счетом, наверное, ничего. Так. Да не нужна мне твоя помощь. Так, 4000 у меня. Оп, уровень поднял, ребята. Ничего пока мне не дали. Обидно. Так, что на верстаке? Улучшение. Ничего, наверное, не смогу я улучшить, да? Как обычно, все жаль, все зря. Ух, так. Все стоит, у меня все пока нормально. Журнал, имплантанты. Разобрать я тоже здесь ничего пока не могу. Ладно, пойдемте, мне надо сбегать теперь еще внутрь и немножко покромсать киборгов этих. Да иди ты отсюда, дрон. Не до тебя, если честно. Так, пошли разбираться вот с этими. Ага, отдыхает, смотри. На-ка. Ха-ха-ха. Шикарно, ребята. Да, ага, что там? Ну-ка. Получи. Вот так вот, ешечка. На. Раскромсал я его. Ага, тут еще коротыш какой-то стоит. Нет, не буянь, браток. Даже не успел я. Так, здесь у нас ни шиша не происходит, ребята. Дверь не активна. Там-то что, по-моему, кто-то стоит, да? Да, вижу. Иди сюда, красавчик. Разберемся. Тихо! Черт, все-таки он меня задел в прыжке, а? О, не-не-не-не, ну как же так, вдвоем-то? Вдвоем нечестно. На. Так, ребята, у меня еще два подхила, так что, думаю, справлюсь. Ну, кто следующий-то? Где они?
Наверное, надо бежать внутрь, скорее всего. Не могу пока понять. Там двери активны. Ага, стоит еще один. Ну, давайте ногу у него отрубашим. Да, не успел, ребята, не успел я взять у него ногу. Подох он, одним словом. Да куда же тут идти-то надо, елки-палки. Совсем я запутался, ребятушки. Так, дверь здесь неактивна. Так, а тут-то кто у нас притулился? Стоит, светится. Твое свечение тебя выдало, браток. Отдохни маленько здесь. Сгори в аду. Так. И тем не менее... Ага, вон, ребята, проход. Все, понял. Так, давайте сюда зайдем. Как раз куда-то идем в нижние отсеки. Что у нас тут? Пока чисто все. Ну, не тут-то было. Это встанет, стопудняк. Точно встанет. Ё-моё, надо быстро-быстро разбираться с этим. Отлично. На-ка, выкуси. Сломанное снаряжение для рыси. А чё ты глючишь-то, а, братух? Я тоже. На, вот так. Шикарно. Так, ну что же, погнали далее. А чё они тут лежат-то все, отдыхают у меня, я не пойму. Пора вставать, ребята. Петухи уже пропели. Нормуль. А, это дрог. Ну, давай, дрог, иди сюда. Чёрт, как у меня быстро кончается энергия. Это совсем не айс, ребята. И вот какие-то ворота. Ну, давай, стреляй. Бомбанул, нет? Бомбанул. Ха-ха-ха. Ладно, хорошо. Ну-ка, активируются, нет двери. Вау, открыли. О, тихо, 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 тихо. Только таких еще не хватало мне, ребят. Ты смотри. На. О-о-о-о-о, тихо, тихо ты, не буянь, браток, ты че? Совсем припух, что ли, а? Я такого не ожидал. Что это у нас такое? Синий кабель. Получен новый имплантант. Это хорошо. Так, продолжаем движение. Еще ниже можно, да? А здесь у нас дрон. Дрон стоит. На-ка, нечем пуляться. Разбомбили его. Как щегла. Жаль, что у меня, конечно, один отхил остался, ребята. Но как-то будем выкручиваться. Детали у меня 2392. Имплантанты. Могу вставить. Так, могу поменять. Синий кабель. А стоит ли оно того? Наверное, нет. Это же все-таки энергозатраты уменьшает, да? Ага. Так. Черт. Не знаю, стоит он того, нет. Пока, наверное, так оставим, ребята, все. А там уже посмотрим. И сюда. Тихо, не буянь. На-ка, ответочку. Вот это другой разговор. Отдохни, малыш. Опа. Прорезали. И забираем снаряжение. Еще один тут отдыхает у меня. На-ка. С подката, как говорится, все пучком. Отрываем. Ха-ха. Там еще ниже можно спуститься. Ё-моё, ребята. Когда же кончатся эти туннели? На. Промахнулся, блин, ну не беда. У-ху. Лишился ноги, братишка. О, а дрон тут еще что делает? Как же я тебя не увидел-то? Что, все что ли? Ну да, удара хватило ему. А это не бьется у нас. Так, взаимодействие. Откройте дверь, нет? Сканирование. Так, в доступе отказано. Почему? Не пойму, ребята. И это очень плохо. Ну-ка, а здесь у нас лифт наверх. Тогда поднимемся, да? Вот так вот. И что здесь у нас? Я спускался, спускался для того, чтобы подняться. Ага, смотрите-ка, ребята, здесь у нас
стоят здесь неспроста. На! Ё-моё, всё-таки задел по мне. Да на, выкуси. Е? Шикарно я его добил. Так, все у нас запчасти от рыси идут. Здесь нельзя, да, взаимодействовать. Невозможно открыть дверь. А этот там что стоит? Притулился. Выкуси-ка моего супермеча. Вот и другой разговор. Просто напополам. Ух, и тем не менее 3500 у нас запчастей. Тихо, что-то мне не нравится. О-о-о-о-о-о, смотрите, как то внизу стоит, ребята. Какой-то новый чудик. Ну-ка, давайте-ка посмотрим, что он из себя представляет. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо, псих. Черт подери, нифига он бомбанул. Ё-моё, ребята. Я все аптечки на этого гада потратил. И ничего не поимел с него. Так, ладно. Отходим отсюда. Зря, конечно, я сюда прибегал. Тогда я не врублюсь, в чем здесь суть. Для чего вообще здесь, ну, двери, да, они закрыты, я не могу их открыть. В чем тогда загвоздка? Хм. Давайте выбираться отсюда. Тихо, где-то кто-то тут ходит. Ага, стоит. Тихо, не беги. Промахнулся замечательно. Нокаутируем его. Все, отдыхает, браток. Слушайте, я, по-моему, поднялся вообще на самый верх, откуда и начинал. Вот этот завод. Что ты тут стоишь? Тихо, лежать, молчать, отдыхать. Все, добил. Но, тем не менее, ребята, аптечек-то у меня нету. Какая-то что у нас? Экзолифт опять? Опять наверх? А здесь-то что? Интересно. Здесь я, по-моему, еще не был. Стоит, да стоит. Подожди, там это... А, нет. Нет, это обычный. Я уже думал... Но тут можно и от обычного получить люлей, ребята. Если промахнуться... Ууу, зачем я так сделал? Упал. И непонятно куда причем, да? Черт, где этот экзолифт? Тихо, 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 стоит, стоит. Черт, это значит не там. А где же этот экзолифт? Мне он нужен. Я там не был наверху, надо как-то подняться обратно. Вроде здесь, нет? Нет, не здесь. Ну все, упал, потерял последнюю связующую ниточку. И черт теперь знает, куда деваться мне. Хе. Нормально. Ага, вот, вот, сюда я шел. Нет, нет, это я опять вниз иду, да? Да. Ну ладно, давайте пробежимся по этому же энергостанции, по этому же кругу. Нажмите R, чтобы включить подсветку. Мне включено. Здесь у нас должно быть все тихо. Не понял я. Я сюда чтобы не ходил? Ой, чуть было, думал, не промазал. Так, ну, я готов. Берем и идем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Это ж кислота какая-то. Шикарно просто, блин. Значит, там тупиковое положение, ребята. Туда мне нельзя идти. Ладно, продолжаем свой путь по тому, как мы сюда спускались. Так, здесь мы спустились. Здесь мы тоже ниже шли. Так, эти двери, по-моему, не активируются у нас. Да? Так ведь? Сейчас он нас просканирует. Ага, он запретит нам. Да-да-да, я понял, отказано мне в доступе, непонятно почему, опять же. Вот у нас лифт. И это мы опять поднимаемся наверх. Ладно. Все, ребят, аптечек у меня больше нету. То есть, если какая-то любая заварушка, и я получаю люлей, все, мне финиш.
Единственное, что меня может спасти, это вернуться на базу. Но для этого мне придется опять все заново всех этих упырей уничтожать, что крайне нежелательно. Черт, я заблудился, по-моему, ребят. Так, идем сюда, наверх. Наверх, еще выше. Так, ага, вот он, выход. А далее это что? Станция сборки ракет. Здесь, по-моему, я бил босса, если я не ошибаюсь. Хм. Действительно заблудился, а? Ошибка соединения. А, вот он, ребята. Тихо, какого фига тут дрон еще? Так, ребят, смотрите, лестница какая-то в тупик почему-то ведет. Странно все как-то здесь. Ну-ка, давайте-ка попробуем подняться. А, вот, ребята, кстати, где, откуда мы упали. Да-да-да, именно здесь. Ну что же, тут где-то этот упырь у нас ходит. Или уже не ходит. Главное, сборочная линия. Да тут идти-то надо, а? Не пойму. Ну давайте сюда пройдем. Опять куда-то. Опа, опа, кто-то там бродит. О-о-о-о, тихо. На-ка. Блин, этот с двумя, сказал бы я. Отлично, я еле-еле его добил. Но если еще один такой же попадется, то мне край, ребята. Тихо, спокойно здесь все. Ну, я не могу понять. Ну, пробежался я по кругу. И лифт вниз. Лифт открыт для неограниченного пользования. Ха-ха. Здесь у нас ничего нету. Абсолютно пусто все. Погодите-ка, что-то тут лежит. Что это такое? Усилитель агрессии? Понятно. Так, там чисто вроде. Ну-ка, бочка. Нету в ней тоже ничего. В плане. Я прибежал. Ё-моё, это же откуда я всегда начинаю. Да. Ну ладно, ребята. Что ж, на этом я буду завершать свое видео. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся в следующих выпусках. А на этом все. Всем пока. До скорых встреч, ребята. Can't stop now.